Деточки, привет из Германии от наших ушастиков. Из дома. Девочки, всем доброго-доброго дня. И пусть добрый день начинается у вас с доброго фото. Это малышечка Кнопочка. Мы вывезли ее с Тербунского ада, с Тербунов, с живодерни, где она уже была приговорена к смерти. И вот малышечка уехала в Германию. Всего час, как она дома. Всего один час, как она в новой семье. Это фото из нового дома. Спасибо всем, друзья, всем, кто помогал и участвовал в ее жизни. Кто вообще помогает приюту бездомных, кто заботится о бездомных. Доброго-доброго вам всем здоровья, друзья. Добрых-добрых дел, добрых-добрых друзей, доброй-доброй замечательной жизни. Спасибо вам всем. Привет из нового дома от Кнопочки. Девочки, эту малышку зовут Луна. Она с Сырского рудника в Липецке. Помните, когда драка была, и зоозащитницы сбили? Вот тогда мы забрали Луну. Тогда мы забрали Барбарика, Луну и еще пару собак. Всего вывезли тогда пятерых. Луна очень дикая, очень испуганная. А вот это, она уже дома в Германии, и эта хозяйка прислала ее фото. Девочка гладится, девочка ласкается, девочка добрая, ласковая, хорошая. Ребята, это наша Луна в Германии. Фото из семьи. Луна лежит с хозяйкой на кровати. Они заслужили. Туся, которая на ручках у моря, она была самая слабенькая, когда я вытащила ее из будки. Это было манюсенькое, перепуганное, костлявое, скатанное, грязное, окровавленное существо. Понимаешь, в ушах эти клипсы гниющие. Вонь от них стояла такая, что жуть. Им было тогда месяца, ну, может быть, полтора-два. А уши им пробили, как самым настоящим взрослым собакам. Вот это страшно, что они эти клипсы им бьют в уши, фотографируют на ухе клипсу, типа она стоит, а потом списывают ее, а щенка в утиль. Это же клипса означает, что собака стерилизованная. Вот в чем страшно. Они вот так уродуют ушки детям, а потом убивают их и сжигают. И клипсы сожглись, и щенок сжегся. А в отчете написано «выпустили». Это ад. В Тербунах такой ад, что как только, я надеюсь, мы уедем отсюда, я все силы приложу на то, чтобы там разровнять все к чертовой матери. Девочки, вот эта белая малышка с пятнами, это Тося наша. А ее сестричка такая, как хлорка облитая, которая живет на острове, это Туся. Мы недавно только ее фото выставляли. Это малышки с Тербунов, с Тербунского ада, у которых на ушках вот эти огромные клипсы были, когда ушки у них гнили. Помните, это те, кого я забрала с Тербунов. А вот так собака может спать, только если она очень сильно доверяет хозяевам. Это наш Тучик, который тоже недавно уехал в Германию. И вот так наш ребенок спит на опытах, как они писали. Это наши дети на опытах в Германии по любви, состраданию, милосердию, доброте. Я за такие опыты, ребята. Побольше бы этих опытов по всей стране разнести, и чтобы все стали такими добрыми, сострадательными, милосердными. А то у нас в России с этим большая нехватка. Мы с вами как Робинзоны в огромном океане зла. Спасибо вам всем, ребята. Спасибо вам всем, мои хорошие. Я вас, правда, очень люблю. А такие фотографии смотрю, и на душе, знаете, реветь хочется. И не поймешь, то ли от радости, то ли от обиды, что не все животные так могут. Не всем это пока дано. Но мы с вами сделаем все, чтобы как можно больше мы могли бы спасти и пристроить. Да, мы не можем спасти всех. Ребят, ну мы хотя бы пытаемся, а это уже много значит.
привезли корм. Сейчас переносим. Привезли 210 мешков. Блять, вообще без понятия, у меня никого семьи не было. На фуре. И мы уже половину перенесли. Что, Джокер? Джокера привязали, чтобы не вышел. Вот так. Укладываем. Ребята, мешки по 20 килограмм. 210 мешков. Здесь у нас ребенок с лишаем, поэтому дитё у нас вот так сидит одно. Ну ничего, мы уже сделали второй укольчик от дерма. Еще раз, и все, через 10 дней буду выпускать ребенка. Да, ранки уже зарастают, все хорошо. Потерпи еще чуть-чуть, деточка моя. Да, мой золотой. Так, здесь у нас тоже дети. Тоже мамины, да? Такие красивые мамины. Коротколапики маленькие. Здесь клеточка побольше. Тоже у них животик был расстроенный. Им дали глистогонку, и вот сейчас выжидаем. Если все будет хорошо, то малышей отсадим. А пока пусть посидят. Ребята, даже для карантина места мало. Места мало для карантина. Это у меня полностью щенята, видите? Раз. Здесь мамины подросли все. Да, сейчас насыплю еще опилок. Я им вон туда насыпаю пару ведер опилок. И они там кувыркаются, а потом выгребают все. Да, это все, ребята, у нас дети. Все дети. Толстая. Все, плаваем. Детям дали уже первую глистогонку. Вот. Через 2 дня будем давать вторую повторно. И только потом прививать. Здесь сборник из малышей. Тех, которых накидали последними. Несколько малышей без хвостиков. Видите? Вон один, второй. Таких 4. Что, мои красивые? Дети симпатичные, хорошие. Все? Все. Воду специально убрали вроде бы подальше, и все равно купаемся под ногами, да. Мамины. Какая симпатичная девочка. Какая симпатичная. Накупалась уже, накупалась. Ладно. Это наши дети. Ребят, вот сначала подобрали малышей, а сейчас нашли маму, ездили. О, как они присосались. Да, мое солнышко? А сейчас нашли маму. И вся стайка. На всех не хватает, потому что малышей 9 штук. 9 штук, ребята. Моя ты девочка, ты моя красавица. Ну, они уже мамой кашки поели. Девочка такая моя золотая. Мое солнышко. Ты красавичка. Ладно,
Сейчас принесу сюда стружки, принесу и одеяло еще принесу. Пока здесь, детка. Ну что, ребят, новый сюрприз под забором. Новый сюрприз под забором. Сволочи! Подставят коробку, а потом звонят. У Вали под забором коробка со щенками, а? Интересно, как они, откуда они знают, что у меня под забором коробка стоит? Вот мне просто интересно узнать. Сейчас я посмотрю, что за номер там высветился. И откуда этот номер узнал, что у меня под забором щенки лежат. Не могу, сил больше нету. Ребята, что мне делать? Вот что мне делать? Оставить их вот так под забором? Пусть умирают? Ну что мне делать? Ну, дитё пошло гулять, вот оно. А может, их больше было? Может, не знаю, давай поищем в кустах, может, еще есть. Может, кто-то расползся уже. Но пока здесь трое. Сейчас будем искать остальных. Сейчас на всякий случай проверим все заросли. Да, дети? Ай, ребята, нам очень нужна помощь, понимаете? Ну, по-человечески, просто по-человечески прошу вас, отзовитесь, друзья. Помощь просто необходима, срочная помощь нам нужна. Очень нужна. Весь двор уже в вольерах. А малышей все несут и несут, и бросают, и бросают, и бросают. Вы видите, что творится. Ребята, я очень люблю животных. Я люблю собак. Но я понимаю, что так жить невозможно, и для этого мне нужна ваша помощь, ребята. Прошу вас, помогите, помогите. Лохматая душа действительно хороший островок. Настоящий, добрый. Мы очень много спасли за это время. Много спасаем. Друзья, но нам нужна и ваша помощь. Пожалуйста, откликнитесь. Пожалуйста, мои хорошие. Пожалуйста, все мы люди. Никто из нас не обеднеет на 100 рублей. Но, друзья, если все вместе... Прошу вас, друзья. Прошу вас. Откликнитесь.